тебе надену фирмы Левис клёши и дипломат французский вместо торбы дам. Я на тебе надену фирмы Левис клёши и дипломат французский вместо торбы дам. Да? Сейчас оно уже полегче стало. Согласен? Он распелся, да. Сымай пиджак, он говорил, сымай колеса. Их не пускают чуды город Амстердам. Я на тебе надену фирмы Левис клёши и дипломат французский вместо торбы дам. Я на тебе надену фирмы Левис клёши и дипломат французский вместо торбы дам. Махнёте мне, Саша, махнёте мне. Сейчас. Батька махнул тебе, махнул. Сейчас проигрыш сделаем. А как приедем, расскажешь о России. Стой. Ну почему вы не махнули? Ай, пиджак, он Можно следующий куплет? Да. Махнёте. Я пытаюсь найти его, подожди. Могу дать распечатку. Не надо. Нет, здесь я же не досчитаю. Подожди. Потому что еще не время. Нормально все? Да. Все идет по плану. Ну,